Вообще нет музыкального образования у меня. Снова взрослый, строящий себя. Ты моя, ты моя. Привет всем, я Руслан Масюков, музыкант и психолог, и я в Тверь Тим. То, что касается всех этих проектов, кастингов и так далее, мне это изначально все было неинтересно вообще. Чувак, куда ты поедешь, все куплено, все уже схвачено, зачем тебе это, лишний раз, все ерунда, вообще даже не пытайся, не пробуй. Это все то, что я слышал со стороны. Просто верь своим мечтам. «Фабрика звезд» стала новой, мощной главой в моей жизни и поменяла абсолютно все. Самое большое количество голосов за меня было отдано за все сезоны «Фабрики звезд». Алла Борисовна – большой профессионал, сильная женщина, понимающая очень хорошо свое дело. Сердце не обманет. Кто любил, тот знает. Это, наконец-то, моя музыка теперь. Потому что песни, ну, как бы это я, просто в каких-то своих настроениях, переживаниях. Это какие-то истории мои. Формула успеха Руслана Масюкова. Ну, однозначно быть собой.